Вау! Кстати, я в себе, короче, как говорят. Дорогие вы мои! Ха! Где мы есть? Ай-вай-вай-вай! Всем доброго вечера, друзья! Всем ассалам алейкума! Всем вам хорошего настроения! Как ваши? Всем хорошего позитива, прямо четкий. У меня вообще, я не знаю, у меня позитив прямо шкаляет, как говорят, знаете, куда? Ужас, я думаю, что я думаю, куда эта энергия деть, я не знаю. Как ваши дела, общее положение, движение, сердцебиение, друзья мои? Как ваши дела, что делаешь? Вот сегодня, вот смотри, сегодня, правда, у меня дядя есть. Я его уважаю, люблю очень. Город Казань, короче, от Душинский салам. У него сегодня день рождения, отвечаю. Ему исполнился сегодня прямо 51. Прямо это чуткие моменты. Он выглядит как 25, но красавчик. Хотя от души я тебя поздравляю. И у него есть четкое, он меня попросил. У него есть который один песни, вот любимый. Он эту песню любит. И еще когда я его играю, он вообще... Как говоря, извини за выражение, прямо, я как вам скажу, прямо зажигает есть. Прямо сейчас буду я его зажигать. Ты в Питер иншалла скоро буду, друзья мои. Я сейчас вам такие моменты устрою, что хочу вам пожелать. Здоровья, всех благ. Сейчас я один чай организую, вообще четкий, сочный, обязательно. И мы сейчас будем рывать. По конкретному же есть. Отвечаю, друзья. Поздравляю его. От души спасибо за поздравление. Это все город Казань, короче. Сегодня у кого день рождения, всех от души поздравляю. Особенно Халу. От души тебе поздравляю с днем рождения. Иншаллах, ты скоро приедешь к нам еще в Тулу. Обязательно мы посидим. А пока я чай сделал, смотри. Вай-вай-вай. Сегодня, знаешь что, я хожу, короче, сегодня, что-то такое, у меня настроение четкое, я отвечаю прямо, сочное настроение. Я думаю, что мне делать, как мне там, тут, как мне сделать. Я вижу один четкий, вы особо не смеетесь, хорошо, я себе сегодня такой хороший футболку купил. Вау, короче, только не смейтесь, я просто, мне она понравилась, жесть. Я хожу туда-сюда там, Вася, не Вася, короче, эй, не смешите меня, отвечаю. Москву когда концерт? 21-го концерт в Москве сочный, через 2-3 дня, сегодня 18-е, 19-е, через 3 дня, друзья мои. Как вам моя новая футболка? Если кто себе будет хорошо вести, эта футболка я вам отправлю, это прямо... Отвечаю. А сейчас пошел прям момент же есть. Дай Аллах вашему дому мир. Пай-вай-вай. Чё мы делаем, э? Все, друзья мои. От души, дядя, я тебе халу. От души поздравляю с днем рождения. Натушки. Ай-яй-яй-яй. Вообще, я люблю, да, такие футболки. А чё мне? Не то надо злиться, а кайфовать, друзья мои. Вот видите, вы все улыбаетесь, радуетесь. Все песни будут в четком исполнении. Сакит будет живой рвать. 21-го вас всех жду, короче, город Москве, друзья мои. Там описание в ленте есть в моем прям личном канале. Обязательно звоните, билеты берите. Там уже почти что их нету, по-моему, чуть-чуть остались. Так что будем рвать там. Зажигай, сха! Рвать будем, есть рвать! Сейчас смотри, дядя, эта песня специально тебе. Если ты там слышишь меня... Короче, с днем рождения от души тебя поздравляю. Ви маленький хтул, где есть, прям смотри. Вай-вай-вай, прям пошел, смотри, как нежно. Вай-вай-вай. У тебя сегодня день рождения. Мубарактир, мубарактир, гюлю. У тебя сегодня день рождения. Мубарактир, мубарактир, гюлю.
день рождения. Для тебя был с днем рождения тебя, от души я тебя поздравляю, дай Аллах тебе здоровья, ты всегда был радостный и кайфовый. И еще один четкий момент. Вай. Смотри, какие моменты. Пай, теперь прямо конкретный момент. Где она? Вот она. Погнали! Короче, смотри. Вы просто представляете, мне соседи сейчас убьют, конечно, я знаю. Ну ладно, потерпите еще чуть-чуть. Что делать? Как ваши дела, друзья? Я хочу так зажигать для вас, правда, не представляю. Один четкий момент для вас специально. Этот момент я могу. Вы представляете, такой кларнет, смотри. Пай-пай. Thank you.
seniydi. Gitti menezili. Gitmeyle sen ittin. Gittin menezili. Hiç zaman dokunmasın. Taşa gülüm. Hiç zaman dokunmasın. Ayakım taşa gülüm. Bay 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 bay. У него сейчас вот этот момент. Смотри. Бай джаня и джаня. Я так обожаю, вот хумаровские песни есть. Прямо не могу. Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Короче, Баку, Москва, не Сочи, как говорят. Вот она. Смотри, вот эти песни все у него, вот она. Смотри, кайфово, мой. Все это будет 21-го, город Москва, зажигательным концертом. А сейчас будем что делать? Пай, вот она пошел. Для вас один четкий момент, смотри. Смотри. Где она? Вот, вот она. Вот ее, вот они. Пошел, смотри. Походу соседи стучат, да? А чё такое, я отдыхаю, эй? А не трогайте на мне, да-да-да-да, чё мне обломать его, мне по... Пойдет, пойдет. Ай-яй-яй, пошел! We'll be right back.
Все, заканчиваем. Короче, мне не дают соседи, короче, рвать, зажигать тут. Ну ладно. Соседи пускай отдыхают, Сакит продолжает тут свои моменты четкие, сочные. Как говорят, Баку, Москва, не Сочи. И этот момент специально для моих подписчиков. Друзья мои, что хочу вам пожелать? Вашему дому мир, всего самого наилучшего. Давай. Айза. Как ваше настроение, общее положение, друзья? Ой, ты красавчик. У меня, смотри, я просто пока только новые ритмы, друзья мои. Это у меня, смотри, вот один синтезатор, второй синтезатор. У меня там все четко. У меня кухня только одни синтезаторы, друзья мои. И еще кухня синтезатор. И хлеб у меня есть, и сыр есть. Чаем я сыром чай кушаю, пью чай. Вы это кайф просто не поймете. Сейчас туфли-муфли такое сочное сделаю я вам. Обязательно. Только Сакит пьют сыром чай. Фа-я-я, вы представляете? А представляете, мне мама сколько варенья отправила. Вот смотри, я вам покажу. Вы думаете, у меня варенье? Вот оно, варенье. Тут что толку нету, кроме... А давай вот это откроем. Не, вот это не. А вот. Вау, ужас тут. Эй, давай вот это откроем. Это, я думаю, шикарное варенье будет. Эй, какой из них хороший? Они оба хорошие. Вот оставлю. Тут столько сыра. Кайфово, короче. Баку, Москва, не Сочи. С вареньем сейчас будем чай пить. Вот она. Короче, потеть, хватит дома сидеть. Вы хотите нормальный чай пить? Доля воровска я вам сейчас сделаю. А сейчас пока варенье открою я вам, подожди. Май. Мама так закрыла вот тут. Это просто не чай, это просто кайф. Сейчас попробую. Ай-яй-яй. Вы это кайф, я вам сейчас покажу. Это момент, ай, Джанетта, вот она, вот, друзья, рад буду видеть. Подожди, это момент, короче, вот варенье. Белалум спой, да, фуй, Джанетта, вау. Сейчас одну ложку чекану я. Вот она. Ты очень добрый, конечно, о чем мы это рады, радуемся. Вау, она кеннезу. Мне нормальный палец чистый, па. Хватит так. Эй, вы это как не поймете, друзья мои. Я рад буду всех вас видеть. Подтягиваемся. Один, смотри. Сейчас один туфли-муфли сочный. Где она? А потом я вам такой ямыхкарам сделаю. Блин, Сакит, остановите кто-нибудь меня, а. Фа-я-я. Кварза здесь. Ай-яй-яй-яй, отвечай, смотри, как хрёв. Ой-ой.
соседи, кому плохо, подходим, чай пьем с вареньем. Не надо на мне орать там. У меня и машина, капец, будет, походу, же эвакуатор забрали по зубасу. Уже соседи, смотри, с вещами вышли на улицу стоит, смотри. Соседи. Ты же говорит, он надоел, лучше на дачу поеду, говорит. Я тебе отвечаю, вот смотри, что по одному все уходит из дома. Короче, говорит, он надоел, лучше пойду на дачу. Нормальный как человек будет спать в этот город больше не... Ой, Сагин, а ты ураксина, урак. Я вам отвечаю, я могу. Я когда хочу, я делаю. Эй, вы представляете, это варенье реально четкое. Я вам отвечаю, друзья мои. Кто будет в Туле гость, обязательно пишите мне в Инстаграм. Я рад буду вас встретить. Ко мне вот это варенье есть. Пфа, я вам отвечаю. Это прям черешни. Белая черешня есть без костей. Прямо вообще. Ай-яй-яй-яй-яй, как так можно, а? Я вам отвечаю, мои подписчики красавчики, сочные подписчики, отвечаю, мощные, красавчики, всех вам благ, друзья. Один, смотрите, что за момент я вам сделал. Вот такой прямо, это натуральный же сас, прямо натуральный сас. Ай-яй-яй-яй-яй, Сакит, остановите. Ой, Джонни, кукуарзадя. Есть прямо слово кукуарзадя во всех смыслах. Это означает кукуарзадя, это ревем. Ай-яй-яй. Ой, Джонни. Соседи, еще потерпи чуть-чуть, я вас отвечаю, я вас очень рад. Ой, пошел! Для вас. Ну ладно, мне вечером время бывает. Чё, я днем же не бываю, я дома. А чё мне делать? Не надо на меня орать там. Мне капец, после похода. Давай один для вас, смотри, чёткий. Доля воровская жесть. Ай-яй-яй, где она? Мужчина. Нет, такого четкого.
прямо конкретно. Моих нормальных, достойных ребят. Всех вас люблю. Thank you.
Нет, друзья мои, я вот то, что я балдею, я не могу вот это передать, этот кайф через телефон. Все равно вы смотрите мне, это не то. То, знаете, когда вы рядом сидите, и я вот это делаю, играю, вы поймете, что это такое кайф. Все равно невозможно, вы представляете, через экран это невозможно. Как-то классные эффекты. Эстха бахрустха хики мухинадья! Мухину вода! Посмотри машину на месте. Я не знаю, мне это не интересно, машина пускай забирает. Это же вещи, друзья мои, машины всякие. Понимаешь, я за них никогда не переживаю. Пускай заберет, хоть зажжет. Мне это не важно. Важно, знаете как? Я жив-здоров. Вам здоровье, самое главное, друзья. Это все вещи, их можно купить. Нету, вот мне, вот, например, нету, да, вот эти вещи я могу купить. Вот сахар у меня есть, прямо мама отправила. Смотри, какой четкий сахар. Вот смотри, я тут не куплю сахар. Вот смотри, у меня прям мощный сахар. Вот я такие сахаром люблю чай пить. Видите, какие кайфовые сахары. Вот она. А не всякие ерунда. Вот такие вещи можно купить, делать всякие. А, так, всем вам желаю благ, брат. I love you. I saw it. Сейчас я тебе сделаю один I love you. Кайфово. Чой. Ассаламу алейкум, Закит. Брат. Я вам всем, братья, брат мой. Салам из Америки. Я чё, Америка? Америка даже смотрит. Виталик. Привет, Виталий, там, привет. Браво. Что, брат, зажигать? Скажи, любой, любой каприз. Лоток сейчас кварзадя. Чё, нет, чё? Смотри, какой момент. Пай-пай-пай. Кварза, отвечаю, же есть, вот смотри. Сейчас найду, подожди звук. Ай-яй-яй, я вас всех люблю, друзья мои. Погнали, друзья! We'll be right back.
друзья мои, это все, как говорят, кайф. Реально, меня соседи убьют. Еще я в истории, если что-нибудь будет, я в историю добавлю, я скажу. Я вас всех по судам потаскаю. Меня не так потаскали, нисколько бумажки. Вы не представляете, в машине. Я вам попозже отвечаю, эфир сделаю, историю отправлю. Мне суд приглашает. Я говорю, что я в суде буду говорить? Я с инициатором пойду туда, отвечаю. Я скажу, наши судьи, прошу всех стать судьей. Не судьей, а сакит идет, прошу всех стать. Я скажу, и что я скажу? Прежде чем начать судья, скажу, да я одну момент сделаю, потом что хочешь, то и сделаю. Я скажу, ход мне, знаете, потом суд скажет, все, а все, иди дальше. Я скажу, я там такую туфли сделаю, там даже адвокат не нужно быть. Я отвечаю, подожди, я такие моменты знаю. Спасибо за все, бро. О, бро, бро, бро. Чем будет арзу, пожалуйста. Ай, ваняда. Ой, я запотел, отвечаю, запотел. Это кайф, друзья мои. Всех жду 21-го. Осталось 3 дня. Я... Получается, послезавтра на свадьбе 20-го. На свадьбе. Завтра у меня один день выходной. Я себе четкий костюм выбрю. Четкий костюм куплю. Прям мощный. И прямо в концерте 21-го. Всех жду. Весь Москва, короче, ждем. У меня там новые моменты будут. Матильда! Пай, будем рвать! И потом, ты говоришь, что я пьян. Целый альбом будем рвать там. И лезгинский момент есть тоже. Ай-яй-яй-яй. Все потихоньку, друзья мои, будем рвать, зажигать, отвечаю, будем радоваться просто. Пошел, смотри как. Я сыграю. И всех, всех люблю очень сильно, очень четко. Лезгинский один четкий
Да, наши ребята все ждут. Друзья мои, всех целую. Завтра, походу, вам надо спать на работу. Это момент, смотри. Сачипаны кизилия, колицы кизибацы на фонаре кизилия. Физатаниз анчипаны кизилия. Мурады я буду кафаны я буду чаны киса. Или буду кайшивини я биба киса. Мурады я буду кафаны я буду чаны киса. Или буду кайшивини я биба киса. Или буду кайшивини я биба киса. Так что, друзья, всех вас очень люблю. Всем спокойной ночи. Аллах вашему дому, мир, всего самого наилучшего. Все это ничего страшного. Как вам вообще мой футболка, смотри? Я специально под заказ сделано. Там здесь написано Сакит Самеду, отвечаю. Это специально под меня сделал, сказал. Я сказал, замути мне один четкий там. Я говорю, это классно же, это даже не обсуждается. Всем вам спокойной ночи, друзья мои. 21-го город Москва, ждем. Будем кайфовать, балдеть. Ай-яй-яй. Короче, рвать будем 21-го. В Москве будем, короче, и Путин сказал тоже приедет. Не знаю, Путин сказал мне, Сакит сейчас известнее стал говорить, надо туфли-муфли слушать там. Что-то Медведев говорит, я тоже хочу, я ему сказал, просто места нету, зачем там. Я что, Андрей? Баха! Я отвечаю! Я уже как... Со мной скучно не бывает, друзья. Всех обнял. Не то слово. Барус, я сейчас тебе позвоню, Стхам, мы поговорим. Вечер продолжается. Ты что думаешь? Я это я сейчас выключаю, вот смотри, этот момент. Это выключаю, смотри, вот это вот так. Смотри. Это один сенсатор, я его убираю в сторонку. Вы что думаете, все что ли? Вечер только начинается. Это мне пока что это момент. Вот это я убираю. У меня же второй синтез здесь. Эй, как один говорит. Это я сейчас положу с краешку. Это вы что думаете, какой спать? Я вам спать устрою. Тут у меня есть такой же похожий еще один. Вот она, второй сенсатор заходит в студию. Вы знаете, я вечер... Вы что думаете, спать? Ага, я вам не дам я спать. Так всю жизнь проспите, друзья мои. Какой спать? У меня сыр, чай мощный. Одну песню какую, одну брат. Такие сейчас песни будут бахкать. Вы что думаете, все что ли? Песни сейчас я начинаю. Вы что? Это просто...
просто думал, дай-ка я проверю, я новую программу туда скачивал. А вечер я вам сейчас бабахкать буду, сейчас я учу. О, вы что думаете, что они конкретные? Я вам отвечаю. Где мои пианины, мианины, вот она. Всех вас люблю, друзья мои, специально для моих подписчиков. Эта песня нежная звучит. Прям смотри, как нежно. Погнали. Давай, Сакит, красавчик. Вот она. Момент, где она вот она обжигает. Подожди, это момент, это синтезатор рвет же. Бай. Спокойной ночи. Всех обнял, всех целую, всем доброй ночи. Ждем 21-го города Москва. Будем зажигать. Всех обнял, всех целую. Муа! Все вы мои красавчики. Удачи вам, друзья. Варре, варре. Вау.